Да, брат. Здорово, брат. Ну, то нормально, у меня Эля с Игорем, с внуком зашли ко мне на батальоне. Привет тебе передают. Как ты там, Серега? Кто? А, ну да, гроза ж первая пошла. Я думал, тот град, который не этот. Меня уже тоже уже вводят в штат, жду он за дня на день. Так карточку получил, да, но бабок не нет. Я имею в виду штат в этот, ну, я ж не в штате был, меня ж брали. Пока поранение, а сейчас вот жду пока. Ну да, ну наши, вроде говорят, вывели там самого передка, как бы. Это. Может быть, даже они на полигон приедут, может, я сейчас именно на полигоне побуду. Ну, должны, вроде как, сказали, в мою роту. Да. А я ж тебе говорю тут, Андрюха греется со мною. Да. Ага, хорошо. Ну и слава Богу. Да нет, не подписывал я. Ну, не знаю, пацан говорит, ну, пока он 2 недели назад их ранил, он говорит, как бы никого не напрягает еще. Хотя он другие подразделения, я слышал, там и штормами пугают, и... Жирный бред какой-то, да? Значит, так тебя контракт заставляют подписывать, а если ты не подписываешь, то мобилизованным можно в штормах, да? Ну, да. Ну, опять же, Серега, у нас они стоят вместе с нами, они не дальше нас, с нами в окопах сидели. Юрий Цвихров тоже в штурме. Ну да. А что, туда ж не только по залету, туда вот так вот могут, просто людей не хватает, их пришли, ты, туда. Ага. Да, тут, я ж, Серега, не так, и увольнительно не поможет.